Всем привет! Всем привет! У меня просто переполняет эмоции, я прыгаю до потолка, я не могу поверить, моя сестра, только что я проверила, моя сестра, родная Ольга, выиграла грин-карту. Это вообще супер, один из нашей семьи все-таки выиграл, но я пока только ее первую проверила, сейчас буду проверять других, но уже меня переполняет чувство, я такого от себя не ожидала. Кстати, она меньше всего так, ну как бы не сказать, что она так прям сильно стремилась к этому. Ну, заполняла, хотелось ей, но не прям так, ах, как. И вот, я не могу вообще, я хочу сейчас маму еще проверить и сына, я надеюсь, очень сильно, но уже это вообще что-то, для меня уже что-то невероятное как будто случилось. Проверила свою маму, мамочка не выиграла, к сожалению, к моему великому сожалению. Ну, что делать? Уже сестра выиграла, один из семьи уже что-то. Ой, жалко, конечно, мне хотелось бы, чтобы мама тоже выиграла. К сожалению, ни мой сын, ни его жена не выиграли тоже. Вот такие наши результаты в лотерее DiviLottery 2018. 2 мая 2017 года, вот я проверяла. Первый же день, и из 4 поданных заявок выиграла у нас одна заявка. Это моя сестра выиграла грин-карту. Я не могу просто показать ее страницу, как она выглядит, потому что там много личной информации, поэтому я примерно скажу, что здесь написано. Она выглядит совсем по-другому, когда ее открываешь. Я даже сначала не поняла, думаю, может что-то с сайтом, может что-то его переделали. Как-то я не ожидала даже увидеть вот такого вида страницу. Там сверху герб нарисован, потом написано 2 мая 2017 года. Такая-то, такая-то, адрес стоит. И написано, дорогая Ольга и фамилия. Вы были рандомно, в общем, выбраны случайным образом, ваш номер. Для будущего процесса, в Immigrant Visa Program. В году 2018, с октября 1-го 2017 года по сентябрь 30-го 2018 года. Дальше написано, что этот выбор вам не гарантирует, что вы получите визу. В общем, дальше написано, case number написан. Он у нее последние цифры, я не знаю, как это по цифрам еще смотрят. Вот. Но первая цифра, если с конца, там начинается с 18 у нее. Я не знаю, хорошо это или плохо. Вот. И дальше написано, можете позвонить в Кентукки в центр, номер телефона между 7:30 утра и 4 вечера, в общем, по их времени. И state.gov, в общем, адрес, куда можно обратиться. KCCDV, собачка, вот это, state.gov. Вот такие дела. Совсем по-другому выглядит это письмо. Ну, тут еще некоторые инструкции, информация, как нужно что тут делать. Так что, ура-ура. Хотя бы так. Из 4 заявок одна, это вообще первый раз за 3 года, что мы подаем. Раньше подавали еще больше заявок, по 7 штук подавали, я на подружек подавала. И никогда никто не выигрывал. Это первый раз за 3 года вот выиграла моя сестра. Единственный раз. Все, всем пока-пока. Ура, ура, ура. Кстати, напоследок хочу развеять миф, что вот выигрывают какие-то особенные специальные люди. Нет, моя сестра не обладает никакими особенными там способностями или никакое положение не занимает. У нее даже нет высшего образования. Она, конечно, специалист. У меня молодец. Вот. Но она без высшего образования, а 69-го года она, вот, так что то, что это случайный выбор, это 100%, то есть никак-то там не отбирают ни по профессии, ни по образованию, ни по возрасту, нет, это случайный, абсолютно случайный выигрыш, случайный выбор.